Так, что мы делаем сегодня, Платон? Мы заготавливаем черенки или чебуки различных сортов винограда, начиная от кишмиш лучистого, который дает там 2,5-3 килограмма на грозди, и все остальное. Давай, Платон, бери, сам делай, показывай мне. Бери вот это. Она. Бери. Так, смотрим. 1 сантиметр. И когда будем вот здесь, должен быть тоже 1 сантиметр. Да, чтобы корни вытягивались. Да. Вот теперь тут... обрезаем вот эту почку последнюю. Последнюю. Считаем. Раз, два, три. На три делаем почки. Угу. Обрезай. Около третьей. Обрезай, бери секатор. Мы обрезаем. Отлично. И считаем. Раз, два, три. Вот она. Вот. Тоже делаем. Обрезаем. Надрезы делаем, да? Да. Показываю. Ага. Раз. Вот. Делай. Раз. Два. Два. Три. Там можно. Три.